Всем привет, друзья, с вами Закупыч, а это необычная посылка из Балашихи в Балашиху. Это низ переверни написано. О, но я не могу вам показывать, там это адрес написан людей. Сейчас я это оторву бумажку, и мы посмотрим, что же там внутри. Так, почти срезал. О, все. Так, получается Назаров. От Назарова из Балашихи. Люди даже не писали мне, типа, давайте встретимся и так далее, а сразу отправили посылку. Класс. О, кстати, да, Чебурашка нарисована. Кстати, мне все-таки, да, удобнее, чем встречаться с подписчиками. Мне удобнее вот так просто посылочку на почте забрал, и все. Сейчас работы просто навал. Так. Вчера целый балкон они разбирали. Да, вчера целый балкон разбирали там с вещами. Так, письмо. Привет, Закупыч, меня зовут Даша, мне 8 лет, я живу в городе Балашиха, и я учусь в первом классе, очень люблю смотреть твой канал и прислала первую посылку. О, поздравляю тебя с обновочкой, с первой посылкой, вернее, всегда поздравляю. Здесь пупырочка для Валюши. Валюша любит, когда я присылаю пупырочку, ей для Авито магазина она пригождается. Так, и смотри, вау, это же маска Леди Баг, Милана. Хочешь ее примерить? У Миланы, кстати, был костюм. Милана, да, у Миланы был костюм Леди Баг, она даже в один Новый год была в таком костюме. Так, ну тут прям целая, смотрите, гора игрушек в посылке от подписчика. Так, от подписчицы. Так, вау, это что за покемон? Смотрите, здесь какой-то трубадурчик из киндера. Это что за покемон? Это какой-то... Это в виде колец, по-моему, были в киндерах такие драконы. Да. Причем это золотой, самый редкий. Самый редкий дракон. Повезло тебе даже. Вот эти, я забыл, как называются они. Да. Вот эти чупа... Чудики. Чудики. У него вот так крутишь. Это цветовые чудики. И он меняет лицо. Я их любила смотреть. Ага. Это киндеры его, я их снимал целую коробку их на распаковку из таких кубиков состоящих. И еще вот такой... Этот самый, по-моему, он рисовал, нет? Он должен быть с каким-то карандашом в комплекте. Так, далее еще один киндер с блестячками. Блестяшки – это бабочка и вот такой символ Микки Мауса, видите, розовый. Еще есть машинка. Машинка Вэлли, вау! Вэлли, кстати, машинки, они реально неплохие. То есть это качественные модели, сделанные из металла. Это у нас BMW, это что такое, тройка BMW, что ли? BMW 645C. 645, шестерка. Так, вот так она открывается. Открываются двери. Еще она на инертном механизме, то есть она может ездить. Это круто, это круто. Они даже есть редкие модели, которые стоят там миллионы рублей, там где-нибудь на eBay. Но они редкость. Редкие модели, на самом деле, они очень редкие. Вряд ли их в России купишь просто в магазине. Так, потом игрушки из Макдональдса. Это тот, который, по-моему, делает радужную, все радужным, смотрите. Так, может быть, он сфокусируется. Сфокусируйся сквозь. Не, не получается. Но он делает... Он делает все вокруг радужным. Посмотрите. На-ка. А, прикольная тема. Вау, сколько свитбоксов. Смешарики супер редкие. Это смешарики с елкой. Смешарики ученый. Вот этот, как его зовут? Судья в образе. А, это целая коллекция. Смотрите, это вот такой ананасик. Потапыч. Бараш, который играет на окулельке. А, это новая серия, где они путешествуют. Свинка Пеппа, которая в юпочке. Это, по-моему, из фильма вообще. Свитбокс, да, это из фильма. Помните, где вот такой он был? Они были... Где они индейцы были, помните? Где-то затерянные острова или что-то такое. Не-не-не, они там путешествовали. Там еще какой-то золотой дракони они были. Так как вам Крош, как вам Лосяш? Мне Лосяш больше нравится. Я тебе Милане Крош нравится. Я в смешариках любила Кроша и ежика. Так, Пин без ноги. К сожалению, поломанную ножку ему кто-то подломал. Видите, он сидел, наверное, неудачно. И Медведь без половника. По-моему, у него в руке должен быть половник. Да, половник. Так, потом есть даже фиксики. О, смотрите, сколько фиксиков. Это тоже свитбокс? Фиксики? Да. Да? Написано просто фиксики без свитбокса. Смотри, так, еще один путешественник. Бараш, о, два друга. Бараш и ежик. Два путешественника. Так. Ну, по-моему, ежик больше дружит с Крошем, да? Да, бараш, он как-то там сам по себе двигается. Так, ежик и Маша в касочке. Маша в касочке. Маша. Мафа. Мафа-мафочки.
Так, потом художник Маша. Также есть вот такой этот самый. Как его зовут? Симка? Симка. Симка. Нолик. Так, это забыл, как его не зовут. Помню тоже. Игресса. Так, еще есть Мишка. Мишка. Медведь. Так, Мишка упал. О, какой огромный медведь. Я такого даже не помню серии. Это что за коллекция такая? Не знаю. Я тоже не знаю. Свитбокс. Может, какие-то суперновые. Он такой приятный на ощупь, прям вообще офигенный. То есть здесь бархатный, очень хорошее качество печати здесь. Свитбокс бывает экономит, здесь они явно не экономили. Возможно, потому что все-таки это лицензия смешариков и Маша и Медведь. А они бы не позволили их игрушки делать там плохими. Так, опять же у нас Нюша, которая поет «Воина Луну», «Воина Луну». О, это опять же свитбокс Олаф. Смотрите, которому в нос вставили леденец. Так, это у нас... Ой, волосы чуть-чуть есть. Так, это у нас мама и сынок. О, сынок и мама в посылке. Так, кто тут еще у нас? О, опять это девчуля. Потом есть вот такой диджей. Также есть машинка. Так, это у нас так, кубик Рубик. Еще одна тачка. Это сквиши, джем написано. Это джем внутри. А похоже, знаете, бывает у нас в таких горшочках йогурты продаются сейчас в магазинах. И эти самые, как их зовут, мужчина, как маленький магазинчик, в общем. А вот и нога пина, которая отломалась. Наверное, ее можно даже приклеить, как-то восстановить. Где-то там пин без ноги. Вот так. А, он типа вот так ногу за ногу поставил. Поэтому, видите, это место самое слабенькое, потому что он на одной опоре стоит. Так, вот такая Нюша, которая отмечает день рождения. Кстати, всех поздравляю, у кого день рождения в марте. Это у нас мартовские рыбы, да? Да. Всех рыб поздравляю. Так, покебол! 150 всего! Так, ладно, это кукла Лол из свитбокса, по-моему. Это какие-то киндеры-ромашки. Это какашка-кольцо. Ничего себе. Кольцо-какашка в посылке от подписчицы. Вот это да. Вот это да. Это официальный мерч со скрипышей, что ли? Так, потом есть вот такая точила. Так, как открыть этот покебол? Может, на кнопочку нажать? Так. Ну уже. Опачки. Это какой-то бурундук. Это бурундук. Маша, повар. А что это, на зефирке пожарила, что ли? Так, потом еще есть даже Hello Kitty. Супер редкие фигурки от... Это официальные. Это Сарио, Шарио. Старая версия. Старая версия. Там, короче, Hello Kitty шли с подставками и без. Вот это без подставок самое первое. А потом с подставками пошли, да? А потом побольше они, которые вот в таких кинули. Так, какая-то синяя смола. Это и бокситка, наверное. В аквариум. Так, потом у нас есть Том и Джерри. Это из Чупа-Чупс. Чупа-Чупс. Чупа-Чупс сюрприз, знаешь, такие. О, подставка для фиксиков для кого-то из них. Ладно, найдем, кому вставить. Давай. Так, есть у нас еще мама-свинка от свинки Пепки. Потом есть жуки из Treasure X. Вот такие. Очень опасные. О, такие пластиковые жучки. Нет, еще не попался тебе фиксик. Вот так, еще. Да, там их много всяких было. Машинка. Так, почти все. Это опять же кукла Лол, малыш. Маша, которая сама себе горло проверяет палочкой. Mm-hmm. Это Лунтик без ушей. А, он под шапкой спрятал уши. Это у нас Киндер. Это малышак. Малышок. Это опять Микки Маус в формате типа прозрачных шаров. Кстати, выглядит неплохо. Вот прям какие-нибудь украшения делать с ним. Отлично. Кукла Лол. Даже похоже на оригинал. Не знаю, оригинал или нет. Походу, у него меняют трусики в воде цвет. Похоже на это. И так, это для машинки, для какой-то, наверное, отвалилось.
из киндера машинка какая-нибудь, не-не-не. И для аквариума вот эта штука. Вы посмотрите, просто гора каких сюрпризов. Спасибо тебе большое, очень крутая посылка, слушайте. Прям целую коллекцию прислали мне смешариков, обалдеть. Теперь эти шмешарики будут это смотреть у меня, ютиться в квартире, ну, друг на друга. Это, по-моему, даже разные коллекции, да, смешариков? Да, это разные. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал. Я одеваю маску и пошел спасать этот город. Вот, там как раз дожди сейчас на улице. Надо спасать от потопа. Снег чистить, чтобы он быстрее таял. Короче, разбивать, знаете, вот эти ледяные глыбы. Их разбивать надо, когда дождь идет, чтобы они быстрее таяли. Вот, все, пошел. Пока. А, если хотите отправить посылку, то адрес находится в описании. Спасибо большое тебе, Даша, за посылку.